Всем привет-привет, дорогие мои! С вами Клоунова Аня, проект Фаберлик Онлайн. И в этом видео я вам покажу еще кучу коробочек. Вернее, оставшиеся две из тех 17, которые есть. Я до сих пор снимаю обзоры. Уже отсняла VIP-новинки, выгрузила их. И сейчас мы с вами поедем. Решила сделать формат удобнее, чтобы было лучше видно всем. Хочу просто опрокинуть коробочку в бок и начать делать обзор. Коробка просто огромнейшая. Вот такая куча мала. Сейчас будем с вами смотреть, изучать, что же тут есть. Я вам рассказывала, что я их разобрала, и товары будут по одной штучке, поэтому очень много сейчас будет перебрано товара, о котором я буду рассказывать. Первый — это бальзам 3D Volume. Он идет как для объема, для всех типов волос. Он способствует увеличению упругости и плотности волос, добавляет волосам эластичность, объем не утяжеляя их, насыщает питательными веществами, укрепляет волосы от корней до кончиков. 170 мл, артикул 1887. Классненький такой бальзамчик, он идет жидковатый, но он не сильно жидкий и не течет с волос, когда вот вы его наносите, он удобный. Запах у него такая сладость, очень приятная сладость, он такой склизенький, клевенький, и, конечно, эффект от него очень классный, очень хороший, но если я, например, делаю этот бальзам перед какой-либо прической, то все-таки какой-то термоэффект нужен, потому что в нем термоэффект не заявлен. Далее очень классная штука, это бальзам «Сила и энергия». Он тоже идет для ослабленных и склонных к выпадению волосам. 200 мл, артикул 8747. Тут тоже такая вот крышечка, защелочка. Вот он такой. Он, к сожалению, течет, но с волос вроде бы не течет. Вроде бы удобно. Если предыдущий был такой упругенький, то вот этот вот, он идет менее слизкий. Это другой вообще ценовой сегмент, он идет дешевле намного, но работает отлично, особенно на натуральных волосах. Если мне он питания недостаточен, то вот, например, у Катюшки натуральные волосы по пояс. На ее волосах он работает замечательно. На переженной блондинке это будет недостаточно, сразу предупреждаю. Далее морожка, бальзам. Его очень любит Катя. Он идет как восстанавливающий бальзам для поврежденных волос. Но Катя его очень любит за запах, за вкус, за цвет, за консистенцию. В общем, за все. И говорит: мам, ей мне только его. Артикул 0196. Действительно, хорошо питает, хорошо восстанавливает волосики. И вот он опять-таки такой вот густой. И вот этот вот аромат морожки, он просто великолепен, он суперский. Далее, это Катюшки моей, у нее жирная кожа, артикул 0468. Она способствует удалению черных точек, эффективно очищает поры, снижает выработку себума и увлажняет кожу. То есть такое действие классное, и очищение, и плюс борьба с недостатками на коже. И плюс ко всему у него легкий, классный, вкусный такой, сладкий, очень-очень приятный аромат. Раньше была у нас линейка Ultra Clean Green, так вот у нее был не очень вкусный аромат, какой-то водкой, спиртом, чем-то таким пахло. А вот эта линия, она прям вообще по-другому себя позиционирует, она сладкая, клевая, и плюс ко всему добавили. В общем, замена прошла наивеликолепнейшим образом. Так, влажные салфетки для удаления пятен 20 штучек, артикул 30552, это мой must have, всем рекомендую, очень много мероприятий, праздников всего спасло, прямо много. Там просто идут влажные салфеточки, 20 штучек в упаковочке. Далее масла. Я заказала всех по одному, ну купонишь. У меня масла вроде как есть, но все же я решила, что я хочу еще запасники, потому что масел много не бывает. Так, это у нас идет эфирное масло пихты сибирской. Что оно, из чего состоит? Тут идет чистый состав пихты сибирской на методе паровая дистилляция. 5 мл. Тут идет очень такая широкая, обширная аннотация в каждом масле, как его применять, что с ним можно делать. Причем аннотация на нескольких языках. Вот, например, я открыла казахский, английский язык открыла, а тут русский. Вот на русском языке, ну, 2-3 капли на диффузор. В ванную можно добавлять 5-7 капель и в ванной лежать. Аромамассаж 4-6 капель на 1 столовую ложку масла или крема, если на лицо наносите. Далее обогащение косметических средств. Можно 1 каплю на порцию средства для лица, 2-3 капли на порцию средства для тела, 5-7 капель на порцию крема для рук, например, локальных аппликаций и так далее. Почему одна капля для лица? Потому что запах яркий. Все-таки у масла никак запах тут не перебьешь, чтобы оно было натуральным. Поэтому так. Что оно делает? Если им дышать, то оно тонизирует. Если на кожу, то оно очищает кожу. Оно подходит для ухода за кожей с повышенной жирностью. Укрепляет волосы. Может использоваться для расслабляющего массажа тела. Хвойно-древесный аромат создает атмосферу спокойствия и умиротворения. Две куски в диффузор капаем. Я себе капаю. Когда чего, когда как хочу. Вот то и делаю с этим маслом. The Gold Station тоже очень такое
классное масло. Артикул у него идет 12,98. Тут идет несколько масел. Это эвкалипт лимонный, мята луговая, шалфей мускатный, розмарин, кедр атласский и мята садовая. Такой суперский аромат. Он идет для того, чтобы использовать его в период холодов. Он активизирует внутренние ресурсы и повышает общий ресурс. Тоже аннотация есть, поэтому прям все здорово и классно. Мне этих масел очень много покупают. Я в прошлый раз брала 10 штук, и вот у меня мало очень осталось масла, поэтому я это открываю. Это уже не запасники, а уже нам в дом пользоваться. Следующее масло — чистый эвкалипт. Эфирное масло эвкалипта. Артикул 1346. Он известен антисептическим действием. Он нормализует работу сальных желез, улучшает состояние кожи при угревой сыпи. Можно маленькую капельку того масла и вот этого масла, и уже перемешать, и уже эффект будет лучше, если как крем наносите. Если его вдыхать, то он способствует устранению... способствует устранению перхоти, снижает выпадение волос. И это прохладный аромат, который создает атмосферу ясности и настраивает на интеллектуальный труд. Помогает вдохнуть полной грудью и поддерживает холодный сезон. Тоже вот такое вот масло эвкалипта. Ну, вы сами понимаете, как это все полезно, клево и классно. Далее, сухой шампунь. Обожаю этот сухой шампунь. Я люблю крем и все такое наносить, понятно, после душа. И иногда бывает, там мазну, тут мазну, думаю, да, блин. Очень хорошо помогает. И в связи с нарощенными волосами, нарощенки, их вообще желательно, чем реже ты их моешь, тем лучше. У меня голова жирнится быстро, и из-за этого я пользуюсь сухим шампунем прямо мега часто. Артикул 2702. Очень нравится шампунь. Чем мне шампунь еще помогает? Я, например, укрепляющее средство слишком много куда-то капнула. Порой торопишься, много капнешь, потом волосы высыхают, и они вот в этом месте как будто бы грязноватые слегка становятся, когда переборщишь. А он просто одним пшиком все убирает. Есть у нас для брюнеток, вот это для блондинок. Или универсальный. Он, у него есть все равно такой белесый оттенок, но когда вы его расчесываете, он полностью уже вычесывается, и все это убирается дело. У него очень яркий, сильный аромат. Я его люблю за это, кто-то его за это и не любит. Тут на любителя надо пробовать. Аромат действительно яркий. Дальше моя любимая пенка для умывания. Прикольная, классная пенка, очень хорошо смывает. Все смывает макияж с первого раза, но я всегда умываюсь раза два. Артикул 5807. Очень нравится. Нежная такая белая пенка, которая, видите, такая вот она густая, прям хорошенькая, и у нее очень-очень приятный аромат. Прям люблю ее. Сколько бы я ни пробовал других пенок, всегда возвращаюсь к этой. Вот это для меня идеально. Как же без этого биогель для очищения туалета. Артикул 108,98. Он такой светленький, густой. Тут такая, знаете, крышка, надо надавливать, потом только откроете. Что-то типа защиты. Вот он. Но не такой, кстати, густой. Я почему-то его густым помню. Нет, он средней густоты идет. Запах у него действительно есть что-то хвойное, но какое-то кисленькое хвойное, не чисто вот такие елки-елки прямо. Далее бальзам питания для всех. Это идет, смотрите, прям все по-английски стало. Это у нас идет для нормальных лишенных блеска волос. 200 мл, тоже хорошенький такой бальзамчик, весьма такой густой. Мне понравился. Я его частенько беру, могу взять и 5, и 6 штучек. Ну такой, знаете, рядовой классный бальзам. Зубная паста живица кедра. Вот чем она мне нравится, не поверите. Она вот такая идет, темно-зеленая. И мне почему-то она очень вкусна. Вот я прям люблю ее. Видите, такая вот она. И прям вкусно-вкусно мне. Это, кстати, новинка прошлого года, по-моему, если я не ошибаюсь. Артикул 2444. До этого у нас ее не было. Когда она появилась, я все больше и больше заказываю ее. Она не сильно термоядерная, золотая середина, вот лично как для меня. Хорошо пенится. И плюс всего идет профилактика кариеса и заболевания десен. Ну и свежесть дыхания, само собой, бонусом. 75 мл, артикул 2444. Так, дальше. Морозка, шампунь, интенсивно очищающий для жирных волос. Это у меня старшая дочка пользуется. Артикул 0191. Чем мне нравится этот шампунь? Он, знаете, густой, очень вкусно пахнет, и Катюшка им довольна. Она очень часто говорит мне: ой, опять твой Фаберлик. Ну, дети, они ж такие. А тут я им прям зашел. 0191 моется им с превеликим удовольствием и даже не думает на какой-то другой менять. Я говорю: Кать, может, какой-то шампунь для жирных волос мы с тобой другой линейки возьмем? Она: нет, мне не надо этот. Заканчивались у нас тут очень много. Мы, видите, разом выставили, когда они появились по всей квартире. И они сейчас разом заканчиваются. И я взяла много вот таких Сакура Мачетеа. Но еще я заказала практически
последний день первого каталога я заказала практически 20 штук, а потому что у меня вот такой был большой заказ Sparkling Lights. Прямо он всем-всем нравится. Вот это аромадиффузор Sakura Matcha Tea, он называется антистресс. Тут идет аромат не то чтобы зеленого чая, он вкуснее. Очень приятный, клевый, классный, прям обожаю его. Палочки приобретаются отдельно, артикул 10057. Когда мимо проходишь, чувствуешь вот этот аромат, он очень приятный. Конечно, вот этот аромат, он идет больше для спален. Мандарин мы ставим где-то вот в прихожих, в коридорах, на кухне. Там, да, там нормально. А антистресс, вот, допустим, в спальне у Викуськи, очень даже классный аромат. Нравится еще, знаете, чем? То, что тут какая-то вот такая свежая сластинка идет, вот эта вот свежесть по всей квартире обволакивается. И вот в этом месте, где он стоит, такая концентрация его. А уже подальше где-то он уже так нежненько, классненько. Мы вот Викуське ставим его, он ей понравился, и она все время пытается в него поиграть. Мы ей пустых наддавали, но ей надо вот именно эту жидкость. Видать, вот знаете, когда бывает твой запах, и ребеночек не знает, что с ним делать, он с ним делает, что попало. Может вылить еще что-то. Она у нас уже парочку таких вылила, и мы ей сейчас ставим его на самую-самую-самую верхнюю полку под потолок. Так вот даже оттуда, когда заходишь, идет вот этот вот нежный, клевый запах. Конечно, не так сильно, как вот на уровне лица на полочку ставишь, когда у шкафа, но очень красиво. Прям смотрится, я имею в виду, да, он очень красиво. Я заказала все до единого масла, как вы видите. Диатрю – это эфирное масло чайного дерева, артикул 1344. Money Flow – это у нас композиция «Деньги». В составе эфирное масло, которое ценится дороже золота. Драгоценный аромат окутывает аурой роскоши, наполняет уверенностью в собственных силах и настраивает на удачу и успех. Вот такой вот Money Flow. Тут идет бергамот, сладкий апельсин, лаванда, амирис, ветивер, шалфей мускатный, роза и ладан. Действительно приятный. Вот еще нет ни одного, знаете, такого аромата, который бы вот мне не понравился. У нас очень богатая, видите, коллекция. И я просто всех, пока были купоны, всех прям по одному заказала, чего купоном сгорать. Это я себе взяла по одной штучке всех. Антистресс. Он помогает справиться с эмоциональным и физическим напряжением, негативными мыслями и способствует повышению уверенности в себе. В составе идет лимон, мята перечная, перец черный, 5 мл. Артикул 1296. Классный, мне нравится. Аромат секси. Да, у нас такой есть. Манящий, притягательный аромат пробуждает воображение и позволяет наслаждаться полнотой жизни. Возбуждает и очаровывает, раскрывая вашу сексуальность и чувственность. Ну, мне кажется, на ночь диффузор можно капнуть пару капелек, и вот будет вам романтический вечер. 1357. Аромат сам по себе вкусный и очень-очень приятный. Так, дальше. Эфирное масло лимона. Артикул 1340. Одно из самых многофункциональных эфирных масел. Он идет как сильный антиоксидант. Он преображает тусклую кожу. Их можно в крем добавлять, в гель для душа. Освежает, очищает, обладает омолаживающим действием. Свежий цитрусовый аромат поднимает настроение и создает атмосферу, в которой хочется работать и творить. Представляете, как здорово. Дальше. Релакс. Помогает снять напряжение. Помогает восстановить жизненные силы. Успокаивает разум и чувства. В релаксе состав идет 4-5 даже составляющих. Это лимон, бергамот, сосна, можжевеловые ягоды и кедр виргинский. Артикул 1297. Дальше лаванда. Эфирное масло лаванды, оно освежает, оно охлаждает кожу, восстанавливает после косметических процедур, после воздействия солнечного излучения и укусов насекомых. Заботится о раздраженной коже. Ароматический релаксант. Свежий аромат создает атмосферу спокойствия. Просто чистая лаванда. Тоже паровая дистилляция. 1341 артикул. Следующее. Хэппи. Хэппи. Ну, это счастье у нас с вами. Лимон, апельсин, бергамот, грейпфрут, герань, лаванда, мандарин. Артикул 1343. Очень мне нравится вот это хэппи. Тоже очень-очень вкусненький. Дальше. Активный крем для лица, коррекция морщин. У меня его, кстати, заказали. 3 штучки. И один я взяла себе. 12-15. Открывать не буду, потому что я сейчас пользуюсь куркумой всей линейкой. Могу сказать, что он работает. Он действительно работает. Он мне понравился. И я его заказываю уже, по-моему, раз 3-й. Жалко, что он маленький такой. Активный крем для лица, коррекция морщин. Он маленький. Наносить его нужно утром и вечером. Кстати, он прекрасно подходит для чувствительной кожи и к склонной к жирности кожи. На мало его хватает. Во-первых, но работает он здорово. Я в прошлый раз за месяц израсходовала вот от груди до лба, за месяц израсходовала, по-моему, штучки 4. Он хорошо впитывается, он укладывается, его хочется больше еще. И я его перемешивала еще с кислородным бальзамом, потому что ну маленький, он совсем маленький. Поэтому на 12-15 обратите внимание, но если вы хотите пройти курс и увидеть прям результат,
вот прям результат вам хочется, конечно, лучше его наносить по массажным линиям обязательно. Это будет что-то типа мини-массажика. И в итоге еще и покупать 2 или 3 штуки, как минимум. Лучше всего 4. Вот когда вы возьмете 4 и весь месяц вы будете работать над своим лицом, вот тогда у вас будет очень классный результат. Я пробовала именно так. Маска для глубокого очищения кожи 78-82. Делать ее можно 1-2 раза в неделю ее использовать. Я делаю реже, потому что масок компании Faberlic много. Но эта маска, она идет глиняная, классная. Она мне очень-очень нравится. Артикул 78-82. И вы знаете, тут какая-то вот, не знаю даже как описать, какая-то шелковистая глина. Да видите? Прям шелковистая глина. Такая, ее очень приятно наносить. Я ее сдабриваю кислородным бальзамом. Сверху пшикаю, чтобы усилить ее действие. И она очень сладко пахнет. Прямо сладко, так вкусно. Но не бьет в нос. Нет, ни в коем случае. Запах отличный. Надо сразу ванну унести, раз открыла. Далее. Так, бальзам универсальный для всех типов волос. 0194. Это Екатерине Андреевне, дочке моей старшей. Гель для бритья. Очень любит меня муж его. И, честно сказать, когда закончился предыдущий, и наличия этого больше не было, он прям, ему сложно было подобрать что-то. Пену он не любит, у него много всяких родинок, и он их срезает, и ему не нравится. Вот. А тут он наносит, ему все видно. Он его не вспенивает, так вот нанес, бреется, и ему удобно. Укрепляющий гель-бальзам против выпадения волос, артикул 16-80-75 мл. Идет, нравится, мне кажется, в комплексе работает все. Он тоже такой, знаете, такой в меру густой, его удобно наносить. Но он прям не супер там густой, хороший. Так, сейчас я начала проходить курс массажа. И ноги, попу, живот делаю вот с активным модулирующим кремом для тела с охлаждающим эффектом. Термоэффект мне, к сожалению, не подошел. Он до такой степени, этот термоэффект мощный, что можно, блин, с ума сойти. Мне не подошел. Свекровь, например, пользовалась им, когда она говорит, я ничего не чувствую. А я чувствую, мне прям жжет, горит, я прям страдаю. Чем он мне нравится? Тем, что он действительно очень классно делает, он улучшает действие массажа. Вот это вот два в одном, получается вот эта синергия, и действительно скидывается, хорошо скидывается. Вот я сделала 3 массажа, вечером я после массажа не ужинаю, я пью коктейль Wellness, я набрала лишние килограммы, я расстроилась, и сейчас стараюсь повернуть время вспять, избавиться от этих килограммов. Первый этап, что я сделала? Я отказалась от сахара. Второй этап, ну, как от сахара, я его и так не ела, но были новогодние подарки, которые было некуда девать, и я их выставляла на стол с гостями, и мы их вместе ели. Второй этап, обязательно массаж с антицеллюлитным кремом, и третий этап, это гулять, ходить, просто гулять, ходить, не обязательно себя истязать. Когда вы гуляете, допустим, 10 тысяч шагов в день делаете, это уже хорошо, но минимально надо 6 тысяч шагов. И вот массаж как раз-таки получается с этим классным антицеллюлитным средством. Далее, влажные салфетки для интимной гигиены. У меня, наверное, в каждом обзоре 26/7, пока они есть. Что-то у нас с салфетками напряг, я вижу. Еще одни для интимной гигиены 20/67. Этих вообще взяла, по-моему, штук 10 по купонам только для себя. Представляете? Нравятся они нам, их в поездке везде берешь, вообще удобно. 50 штук, артикул 17/98. И мне вот тоже почему-то больше нравится детским пользоваться, чем взрослым. Далее, очень классный тоже, вкусно очень пахнет бальзам интенсивное укрепление. Он укрепляет плотно волос, предупреждает ломкость и проявление секущихся кончиков, возвращает жизненную силу ослабленным волосам, насыщает питательные вещества и укрепляют волосы от корней до кончиков. Тут церамиды, биотехнологический комплекс в составе, все дела. 170 мл он идет, артикул 18/99. Тоже тут все на защелочках. Так, вот такой вот он. Какой-то, знаете, у него есть, когда много выдавливаете на руку, какой-то есть розоватый такой отлив под тон, и пахнет он вкусненько, сладенько. Ну что ж, не пропадать же добру, не пропадать же купоном. Взяла очень классные карандаши для губ. Артикул 40/933. Они выдвигаются, они такие вот автоматические. Очень красивый оттеночек. Так. Да, видите? Такой нежный, классный, на губах смотрится просто великолепно. Бывает такое, что цвета мало. Кстати, один в один передается, мне нравится. Такая розовая нежнятинка. И бывает, когда цвета мало, то я немножечко могу пудрой припудрить, которой припудриваю лицо румянами. Очень классно. Так, следующий идет 40/934. Тоже вот так вот выкручивается. Это у меня дочка тут залезла посмотреть. Поэтому он ломанный немножко. Это такой более яркий, насыщенный, но сильно яркого оттенка тут, ну, никак не добиться. Он, кстати, вживую даже более нежный, чем на камеру. Очень красивый цвет, оттенок, прям кайфую с него. С таких вот, вроде бы яркий, но свежий, но не кидающийся в глаза, такой вот, не привлекает внимания особо. Артикул 40/931. Это вот такая красота. Тут у нас Викуська уже не добралась. Это идет более розовая нежнятина такая.
Я их очень быстро искрасила, потому что они мне очень понравились. Они легко наносятся по консистенции, они губы там не царапают, ничего. С превеликим, знаете, таким удовольствием заказала и уже предвкушаю, что сейчас опять искрашу. И мне очень нравятся вообще карандаши, которые не нужно точить. Я не люблю точить карандаши, мне не нравится. Дальше биопятновыводитель такой вот. Ну, кстати, тут же раньше ложечка была, сейчас ложечка не вкладывается. Раньше была, или может быть она где-то там застряла. Так, значит, биопятновыводитель таким вот образом приходит. Артикул 119-84. Мой любимый кондиционер. Заказала по 5 штучек и могу сказать, что он у меня закончится тоже быстро, потому что у нас очень много стирок. Мы льем прям по целому колпачку, потому что загрузка машины 12 килограмм. Артикул 118-53. Далее, артикул 118-55. Розовый бархат, тоже нежный, но очень яркий аромат. Он не густой, но все равно считается концентратом. Вот так вот он работает. Ну и запах, конечно, да, он очень яркий. Очень прям яркий такой крутой запах. 118-55. Вот не постесняюсь этого слова, воняет на всю квартиру. Дальше артикул 0256. Это легендарный кислород, восстанавливающий активный спрей. И практически он у меня очень часто в обзорах, поэтому не буду доставать вас. Я его наношу на маски сверху, просто так наношу, с собой на отдых беру. Можно еще замораживать и льдом в жару протирать лицо, и он будет очень хорошо действовать. С артикулом 13-12 шампунь-гель для душа. Он густой, классный, еще и ко всему, вот видите, какой густой, еще и ко всему у него просто обалденный аромат. Ну все, коробочка подходит к концу. Чистящий крем универсальный, лимонная свежесть, микрогранулы в составе идут, не сильные, которые не царапают, не повреждают. Артикул 302-53. Очень такой хорошенький, щадящий у него состав. Пенный очиститель для ковров, тканей и обивок. У меня есть два, я еще третий тыкнула, потому что иногда, чтобы все диваны помыть, иногда не хватает. Потому что спальня диван, у дочки диван, у младшей дочки кровать, поэтому диван. И еще три комнаты, там тоже три дивана. Получается 5 диванов. Бывает, что вот когда мы уезжаем, у нас тут чистят диваны и не всегда хватает. А вот эта вот химозная жуть, с которой приезжают чистить диваны наемные фирмы, все воняет диван потом ужасно долго, и мне не нравится, я потом на нем чихаю. Я уже привыкла к биоразлагаемой продукции. Так, артикул 114-79, зубная щетка, такая вот обычная, ничего такого в ней, ну прям супер крутого нету. Дальше мыло для рук 28-74, идет аромат клубнички, оно ухаживающее, с персиком, очень, кстати, яркий, классный, сочный аромат персика. 28-72. Мне прям оно понравилось. Причем, тут еще вот так щелкаете, поворачиваете. Причем оно прям густущее. Видите, какое хорошенькое. Вот. И запах очень приятный. Прям такой, ну не могу, мне нравится. Кисленький персик, что ли. Да, я бы так сказала. Это мыло, оно, конечно, на любителя. Вот этот запах, потому что он идет как молочный орех, молочный миндаль. Называется «Роскошная мягкость», артикул 2873. Все мыло по 300 мл. Классные. Так, маска для волос. А это что? А, это жидкое мыло с хлордексидином. Антибактериальный эффект. Тоже очень, кстати. Видите, какой прям густущий. Прям еле-еле. Хватает его, кстати, надолго. 200 мл, артикул 2717. Кморошка. Это у нас маска для волос. Артикул 0197. Идет 150 мл. Что в маске клевого? Она очень хорошо питает с первого раза. И цена очень-очень сильный масс-маркет. Но питает она просто великолепно. Что мне не понравилось, когда я три раза подряд делала эту маску на отдыхе, кстати, то она начала утяжелять волосы, делать их какими-то, знаете, такими силиконовыми. А вот один раз разочек, перемешку с другими масками, бальзамами потом. Допустим, один раз ей голову помыла, маску сделала, второй раз, допустим, эту сделала, третий опять эту, четвертый эту. Вот тогда она очень хорошо работает, поэтому я ее все равно заказываю. Артикул 0197. Далее, маска с маслом омлым. Вот то, что показываю в пустых баночках, только мне и приходит. 1882 артикул. Очень люблю, обожаю эту красотку. Вначале как-то вот я ее не расчувствовала, потому что когда куча новинок выходит, ну реально теряешься. Эксперт, перевыпуск, серия была всего. Сейчас я уже полюбила и запах, и вкус, и цвет, и консистенция, и как будто даже действие лучше. И вот с предыдущей серией запахи очень вкусные. И что я еще заметила, вот по сравнению с предыдущей серией, их нужно наносить меньше, этих масок. Они лучше работают. Вроде бы объем убавили, но они работают лучше, понимаете? Далее, гламурная маска, как я ее называю, это Smart Keratin, кератиновая масочка. Розовая такая, приятная. Господи, вот наделают же ша. Не знаешь, как до товара добраться. Кстати, я пару раз, ну, за 8 лет, вот она, видите, такая прям шелковистая, она тянется.
То есть такая вот красотка. Пахнет тоже очень вкусно, нежно, сладко, прикольно. Я прям кайфую. Что она делает? Она вычисляет неповрежденные места и там их заполняет, и волос меньше ломаться начинает. 200 мл, артикул 8248, да, то есть 200. Вот тут 160, а это уже 200. Ну и видно, что она больше. И последнее, что я вам покажу в этом обзоре, это маска береза и шиповник для слабых и поврежденных волос. Артикул 1270. Меня часто спрашивают, что, Аня, почему ты так столько много масок для поврежденных волос берешь? Ну как, я же их обесцвечиваю. Ты говоришь, что их никак не можешь восстановить? Ну, потому что я никак не могу закончить их обесцвечивать, потому что седина у меня уже есть, и седины у меня немало, поэтому сейчас я сижу вот на милировании. Видите, она такая более прозрачная, вот эта маска, а вот эта, которая подороже, она более такая плотная. Вот, в принципе, в чем различие. Вот это вот у нас масс-маркет масочка, а та нет. Вот это подороже, а это практически в два раза дешевле идет, да, вот эти вот маски. Они отличаются, но нравятся. Я вот всеми подряд пользуюсь. Особенно, когда часто моешь голову. Вот я мою голову через день. Вот мне из-за нарощенных волос сказали мыть голову раз в три дня, что типа волосы дольше продержатся. Ну, я не могу. Я не могу. Я начинаю чесаться. Это уже все, наверное. А за 40 лет жизни я уже так привыкла, что самое редкое через день. А где-то на курорте каждый день, потому что носить кучу соленого на голове, это очень тяжело. Согласитесь, там соль после моря на голове. Ну, как ее носить? Это же нереально. Но все, мои дорогие, с вами Клонова Аня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в следующем видео.